Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как проходит подготовка к Рождеству в моем городе. На самом деле Рождество для всех православных христиан начинается в ночь 6 на 7 января. Из-за разницы в календарях Новый год в Украине празднуют раньше, чем Рождество. Почему так происходит? Если вам интересно, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Есть некоторые различия между основными ветками христианства, православием и католицизмом. Я оставлю для вас в описании под этим видео ссылки на материал, который вы можете почитать, если хотите узнать об этом больше. Это один из любимых персонажей украинской зимы, снежный человек. Человек, которого, собственно, делают из снега, в данном случае из пластика, их тут много. Если мы пойдем дальше, то я покажу вам самого желанного гостя, которого ждут в Новый год в каждом доме. Это славянский Дед Мороз. Именно он приносит подарки украинским, российским детям вместо Санта-Клауса. У него есть еще его внучка Снегурочка, которая помогает ему. Если вам интересно, я тоже оставлю вам ссылки в описании под этим видео, и вы все будете знать. В этом видео я хотела показать вам не только, как готовиться к Рождеству в Украине, но также, как готовиться к Рождеству в Индии. И это стало возможно благодаря моим индийским друзьям, которые поделились со мной своими фото и видео.
глобализации многие даже национальные праздники, они становятся более унифицированными. Но все-таки даже в таком празднике, как Рождество, которое празднуют в разных странах мира, можно найти некоторые различия. Если вы их увидели, пишите, пожалуйста, в комментариях, делитесь впечатлениями. Спасибо, если вы досмотрели до этих пор. Я очень рада, что вы со мной. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Если вы уже давно со мной, тогда нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новостей. Merry Christmas to all of you!